Почти 2000 квадратных метров новой разметки, выполненной из высокопрочного материала термопластика с использованием стеклошариков для отражения света фар. Например, эти линии нанесены буквально 5 минут назад. Но сомневаться в их стойкости не приходится. Материал готовят на месте, разводят сухой порошок при больших температурах, и вуаля, маленькая машинка готова творить. Рисует она не пейзажи и натюрморты, а то, от чего зависит безопасность на дороге. Сплошные и пунктирные линии, и пешеходные переходы. Здесь находятся места массового притяжения граждан. Это парк Гагарина, это Самарская соборная мечеть, это бульвар Старого Загора. Поэтому мы учитывали необходимость того, чтобы граждане могли свободно передвигаться на участке от улицы Советской Армии до улицы Нововокзальной, 11 пешеходных переходов, которые будут выкрашены в соответствии с план-схемой, предусмотренной Департаментом транспорта, согласованной с ГИБДД. Улица Старого Загора претерпела большие изменения. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ее полностью привели в порядок. Заменили асфальт, бортовые камни и даже тротуар. Здесь появились два новых светофора и дорожные знаки. Теперь можно поворачивать направо на Советской Армии и Нововокзальной. Изменения здесь трудно не заметить, даже сейчас, когда работы еще не завершены. Много дорог делают, это очень радует. Но здесь тоже, около парка, хорошо, чтобы все было, дорога была ровная, чтобы люди ходили. И для пешеходов тоже, да, чтобы не только водители думали, да, а все. Гарантия на разметку 1,5 года. Последующие 3 года следить за дорогой будет компания, которая сейчас занимается ее ремонтом. Это условия контракта жизненного цикла. Чистить снег, убирать улицу, потому что проблемы есть с вывозом снега зимой, например, бордюры иногда вывозят вместе со снегом. Но чтобы этого не было, одна компания и содержит, и ремонтирует, чтобы не было противоречий никаких. Сейчас ремонт на финальном этапе, работают с опережением графика. Здесь уже привели в порядок дорожный участок в 40 квадратных метров, 20 квадратных метров газона и столько же тротуара. До конца октября подрядчик хочет доделать дорогу до улицы Воронежская, хотя в плане было до Нововокзальной. Мария Левина, Григорий Плешаков, «События».